Всем привет! Давайте в этом видео сделаем кисть, как ее называют, канат, коса. Как это все делается? Давайте включим цилиндр. Вот так вот. И зайдем, включим Edit, как всегда, и зайдем Initializer. Теперь давайте Divide уменьшим. Поставим где-то 9 и прибавим вот этих вот дивайдов боковых, вот так вот, побольше. Все, заготовка у нас готова, по Y она стоит, все нормально. Давайте посмотрим, как она тут установлена. Вот так все это выглядит. Отключим Flour. И давайте теперь сделаем Make Polymesh. Все, одна заготовка у нас готова. Теперь давайте зайдем, опять откроем цилиндр. И теперь с этого цилиндра давайте сделаем треугольник. Вот такой вот. Опять же по Y. Так, все. Заготовка готова. Вот так она выглядит. И делаем опять Make Polymesh. Теперь заходим в Subtools. Находим Append. И включаем, добавляем нашу заготовку вот этого цилиндра. Вот так все это выглядит. Вот таким образом. Теперь давайте переключимся на цилиндр. И установим их по бокам. Сделаем Shift, левая кнопка мыши, выровняем. Включить можно прозрачность, чтобы видеть этот треугольник. И теперь включим Move, отключим. Можно в 8-й модели Gizmo 3D вот этим пользоваться. Мне не сподручно, так что я буду так делать. Вот так включаем. Теперь делаем Ctrl, жмем и левая кнопка мыши. Переключаем. И опять же вот устанавливаем. Вот чтобы грани вот эти шли по треугольнику. И повторим эту операцию еще раз. Вот, когда все у нас установлено, вот таким образом, давайте отключим прозрачность, поле F, снимем выделение, уменьшим, Alt, левая кнопка мыши, выровняем Shift, левая кнопка мыши. Теперь давайте все это вытянем, жмем геометрии и сайзом вот так кверху. Включим прозрачность, поле F можно включить. И с Subtools включим треугольник. И теперь давайте вытянем его геометрии. Вот так вот. Вот так все это у нас выглядит. Так, теперь все это отключаем. Прозрачность, поле F. И переключаемся опять на вот эту заготовку цилиндры. Заходим теперь в деформацию, находим твист, вот эту вот клавишу, переходим на Y и прибавляем, вот так вот. Можно сильно закрутить, можно чуть поменьше. Вот такой канат у нас получается. Теперь треугольник мы можем отключить. И можно добавить дивайдов. Вот такой канат у нас вышел. Теперь что нам нужно сделать? Вот эти верха нам нужно отделить. Сделать другую полигруппу. Жмем Ctrl-Shift. Вот так вот выделяем. Можно даже поменьше.
Вот так вот. И жмем Ctrl W. Вот назначается другая полигруппа. Вот это все вот так срезано. И теперь давайте сделаем то же самое снизу. Вот так. И назначим Ctrl W. Все, вот что у нас получилось. Теперь давайте сделаем из нее вот именно кисть. Уже в прошлых видео кисти мы делали, альфы делали. Теперь жмем Create Insert Mesh. Жмем новый. Вот он у нас появился. И теперь нужно отключить девайды. Dev Lower жмем в геометрии. Все, кисть готова к использованию. Вот можно вот так и делать. Можно настроить строк курвы. Можно вот нажать Lazy Mouse. Настроить курвы. Жмем полигруппы, border, пусть стоит все. Также можно вот здесь все настроить. Вот так вот. В следующем видео мы ее настроим, как что сделать. Посмотрим. Вот объемы можно прибавлять ее и так далее. Все, всем пока, всем до свидания.